Об убийстве матери новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело. Младенец был обнаружен в выгребной яме общественного туалета, расположенного в поселке Марха. На место происшествия выехала следственная оперативная группа, сотрудниками которой проведен осмотр места происшествия и другие первоначальные проверочные мероприятия. 12 мая текущего года в выгребной яме туалета, расположенного в поселке Марха города Якутска, было обнаружено тело новорожденного ребенка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудниками которой проведен осмотр места происшествия и другие первоначальные проверочные мероприятия. На данном этапе установлено, что ребенка родила 19-летняя девушка, которая скрывала факт беременности от своих близких. Она была доставлена в медучреждение, где ей оказана необходимая помощь. Для установления причины смерти ребенка назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.